Вот смотрите, девочки, какое преображение. У нашей Оленька вот такую вот фигурку имеет. Красивейшую грудь и при этом узковатые немножко бедра. Повернись, Оленька. И захотела она платьице, расклешенное к низу, А-образный силуэт. Мы на него посмотрели, и короткое причем. На этот раз она решила сделать коротенькое платье себе, но оно ей почему-то не понравилось, потому что не создается вот такого привычного вытянутого прямоугольника, чуть ниже колен. Мы на него посмотрели, решили из него полуприталенный силуэт сделать. Опять на него посмотрели и из остатков ткани пришили вот такой вот валан. Там сколько? 8, наверное, кусочков у меня. 8 клинышков у меня получилось. И вот посмотрите, что значит форма, подобранная так, как просит в наше тело, вот к этой фигурке подходящая. Насколько она стала стройная, красивая, вытянутый силуэт. Она и так у нас красавица. Но вот это тот силуэт, который идеально подходит к фигуркам верхнего типа. Когда вы не очень сильно расширяете себя в груди, аккуратно, прибавка 3 сантиметра, по бедрам прибавочка тоже 2-3 сантиметра, а дальше внизу, пожалуйста, вам эффект Годе. Покрутись, Оленька. Посмотрите, как красиво. Вот, вот такое третье преображение нашего платья. Вот теперь мы все довольны. Еще вот эту отделочку уберем, Оля настаивает. Да, да, да. И все. Красная, это к другому была привязка. Да, сейчас нужно да. Это убрать. А теперь мы это уберем, вообще будет идеально. Вот, всем добра.